Ребята, всем привет! Меня зовут Лика. Вы на канале Sweet Family. Какой Sweet Family? Ребята, всем привет! Меня зовут Лика. Нет, вот ты меня заразила теперь. Ребята, всем привет! Сегодня у нас последний день на море. Сейчас мы идем на пляж, на Ривьеру, часика на два. И потом идем, собираем чемоданы и уезжаем. Домой, наконец-таки. Я устала от жары. Только уезжает, а я остаюсь. Мама не хочет уезжать, мы все хотим уже. А я не хочу. А мама одна не хочет. Дождь идет. Ну и что, ну подумаешь, ну... Тебе не надоело жара солнца? Нет. Да-да. Да нет. Да-да. Ой, я очень посмотрю жарко, на тебя, ты через три дня взвоешь, скажешь, не, через три дня не взвою, потому что как мы приезжаем, мы идем сразу на шопинг покупать наряды на свадьбу. А через день, когда мы приедем, уже будет свадьба, поэтому через три дня я точно не взвою. Ну, через неделю, ладно. Вот через потому что будет там свадьбу. Интересно. Как же было хорошо. Да, и мы платье оставляем на самый последний момент, на последний день. За день до свадьбы. Маникюр уже сделан, а платья нет. Я тоже маникюр сделала, а маникюр еще нет. Я вчера уснула. Я даже не знаю, какое хочу платье. Даже не представляю. Будем ходить мерить. А что, спортивный костюм возьмем? Да-да, можно в этом, в принципе, беленькое. Не, это слишком. Бежево. Костюм, слишком, костюм, да? Костюм спортивный возьмем. Mm. Ну, хорошо. Это, кстати, модно, и кроссовки оденешь. Нет, каблучки и спортивный костюм. О, это, кстати, сейчас модно. А, еще в каблучки, в носки, туфельки, носки. Сетку, да, носочки, да. Такую сеточку. Mm-hmm. Кстати, прям будут модно. Вообще... Ну, и там правда модно. Мода. Не понимаю эту моду вообще. Мы тебя так... Чтоб я понимала, да? Да. А можно в купальнике, кстати, что мы загорелые? Ну да, мы загорелые. Как раз, чтоб не было полосочек видно, да? Сразу этот купальник, в котором я загорала. Да. Цветочек такой красивенький. Нет, нет, лучше уж тогда розовый. Розовый, да? Короче, вы расключаете свою шарманку, пошли на море. Ладно, идем на море. Милад, что ты там делаешь? Птичек ловить хочу. Надеюсь, на Ривьере сегодня будет хорошенькая водичка, чистая и теплая, потому что вчера на Учдере даже была грязная вода, хотя это на удивление, там всегда чистая. Ну, не грязная, она мутная. Она мутная, и там были водоросли. Из-за волны, из-за ветра. Там песок поднялся, да. И... Вся вот эта муть попадала. И волны были сильные. Я надеюсь, что на Ривьере все нормально, чистенькая водичка, хотя я мало в это верю. Лик, я утром сбегала. Сбегала, я да? Я почистила воду, все а специально для меня, да? Да, все нормально, скупаешься. Хорошо. Ну, речка вроде что чистая, ну... Там охрана охраняет, никого охрана, не пускает. Да? Да. И все водоросли сеточкой убирают. Чтобы сразу воду не взбаламутили, так что все нормально, скупаешься. Там специальная зона, да, отделена? Конечно, конечно, красная дорожка, все нормально. Все хорошо, да? Фрукты все порезаны. А камушки выложили нормально, чтобы нет, не больно там, было? Нет, ты что? Ты чего, Лик? Что? Ну песок с Мальдив привезли. А, ну да. Камешки, ну, да. Лик, ну ты чего? Ну да, ну да. Ага. А море разбавили океаном с Мальдив? Конечно. Да? Конечно. Ну все. Тогда идем купаться. Вертолетов было. Тогда идем купаться. Один вертолет песок, другой воду из океана. Вообще красота. Да все нормально. Все для меня. Тебе даже на Мальдивы не нужно ехать. Хорошо. Ништяк, вот прям можешь. Вот, все готово. Вот сюда дайте. Все, давай, пока. Пока, мам. У меня вот есть круг. Да. И бабочка Миланина. Пока. Она меня, если что, спасет. Да. Давай быстрее. Да иду, а где папа с Миланой? Да уже купаются. Уже купаются, сколько это так без нас? Да. Кошмар. Слушайте, такая жара, да. Сумасшедшая. Там даже. Так ты же хочешь здесь остаться? Я вот именно из-за этой жары. Сегодня самый жаркий день, мне кажется, какой был. Да, нет. Да, это. Папе кажется тоже, что он самый жаркий день, потому жар. Что он уже нет, реально, хочет уехать. Очень душно. Сегодня жарко. Посмотри, еще 10 часов нет, а уже духота просто стоит нереально. Ну, в общем. Блин, почему ты не бегаешь? Смотри, вот девушки бегают. Вот делать мне нечего бегать. Вот все бегают. Пишите, кто у меня бегает. Подушка на велосипеде начал заниматься, ездить. Ну вот, а ты бегаешь. А я лентяйка. Лика приезжает и будет бегать. А я лентяйка. Идем, идем. Пишите, кто занимается очень бегом жарко по утрам. Я когда училась в школе, я бегала. Это сложно. И так жарко, еще и бегать. Буквально два дня побегаешь и... И все? И хватит на это? Войдешь в колею и будешь... Без этого уже не сможешь. Нет, а мне кажется, мне... Я скажу, мама, все, мне хватит. Я позанималась спортом. А мы все идем и идем.
Идем и идем. На машине быстрее до Учдереда ехать. Да что ты говоришь? Минут 7 идем. Да, конечно. Минут 15 уже идем. Что ты сделала? Модно. Зачем? Я тебе специально ее делала. По твой размер головы. На. Модно. Все, закон, пойдем. Все, идем. Жаримся. Прям жаришься. Я, честно говоря, уже хочу дождик. Да хватит трындить, я включаю шарман. Нет, я потрындю и все. Потрындю? Потрындю. На фандю. На фандю, потрындю. Спасибо. Вода грязная. Видно прям границу. Ты туда поплывешь плавать, нормально там будет. Я не поплыву туда, это слишком далеко для меня. Что? Мне очень нравятся пальмы в Сочи, они очень красивые. Давай возьмем, выкопаем. Выкопаем, да? Вот эту, которая посерединке, вот возьмешь, вы, донесешь? Ну да, донесу, наверное. Давай, пап, доставай лопатку Миланки, мы будем выкапывать. Не, зачем, у меня есть ножик. У Лики когти новый, маникюр. Волны есть. Или нет волн? Нет волн? Мам, давай. Звуки на минимум, чтобы... Чтобы... В общем, вот так красиво здесь. Смотрите, как красиво. Но видите, вода грязная. Вот прям там граница видна. Чистая вода и грязная. Все, идем на этот пляж. Там отдыхаем, купаемся, загораем. Нет, спать мы не будем. Нет, нормально. Конечно. Если бы никаких мероприятий не было в Санкт-Петербурге, я бы расстроилась, я бы не хотела. А так мероприятия, все нормально, все весело, нормально. Конечно, мероприятия, приедешь, будешь полымить. Чемоданы разбирать кто будет? Мы не успеем с чемоданом разобрать. Мы приезжаем на следующий день, мы приезжаем ночью, на следующий день сразу уезжаем гулять. Да, да, разбежал. Пока чемоданы не разберешься, не перестираешь. Слушай, у тебя чемоданы всегда лежат по 3 дня, а то и больше. Да, чемоданы... Вся правда про маму. Чемоданы разобрать, мне кажется, так у всех. Я не могу в первый же день разобрать чемоданы. Я в лучшем случае... У нас через недельку они в лучшем случае разбираются. Нет, на третий день я как-то... Нет, я вот такое всякое... Ну, вот. Купальник. То, что необходимо, мы достаем. Нет, я купальники первым делом достаю, хоть они у меня сухие, постиранные отсюда, как бы, ну, с моря. Я всегда стираю их, высушиваю, но я все равно еще приезжаю и в стиралке на ручной стирке обязательно их... Ой, какая собачка! Смотри, какая собачка с бантиком. Жарко собачке. А остальные, вот полностью чемоданы, я разбираю где-то на третий день. Посмотрите, сколько грязи. Так, ну-ка, водичка какая. Ну, кстати, не ужасно, не ужасно. Нормально. Все, мы накупались, идем домой, говорим море пока. И я хочу еще мороженое какое-нибудь поесть. Посмотрите, какое прикольное платьице. Классно, я вот такого вот платья искала себе, но нигде не могла найти. И все, и мы идем домой. Сейчас еще зайдем за мороженое, купим мороженое. И идем домой. Собирать чемоданы. Я передумала, я теперь хочу чучхелу. Сейчас выберу какую-нибудь чучхелу. Тут такая проблема, я не знаю, что я хочу, мороженое или чучхелу. Не знаю. Так, вот, смотрите, здесь мороженое. Наверное, все-таки хочу мороженое. Я вот нашла здесь арбузное, хочу арбузное. И ты хочешь арбузное? Хорошо. Так, смотрите, вот такое вот мороженое. Такое же, да? Ну как, вкусно? Я думаю, вкусно будет. Я этой же фирмы пробовала мороженое с мохито. Мне понравилось. Наконец-таки мы пришли домой. Очень устали. На улице жара просто невозможно. На термометре показывают на солнце 36 градусов. Все такие вялые, еле идут все. Сейчас мама с папой пойдут в магазин. У меня непонятно, что на голове творится. Ладно, сейчас будем делать прическу и где-то к 4 выезжаем. Так, давайте я вам сейчас покажу, в каком состоянии находится моя косметичка. Вы помните, как она выглядела, когда я ехала на море? Она была очень тоненькая, и в нее все помещалось. Сейчас в нее ничего не помещается, я не знаю, как ее буду застегивать. Так, ладно, давайте я вам сейчас покажу, что здесь находится. Две салохи. Ух ты! Потом вот такой вот бублик.
Элитные часы. Часы, да, которые разрядились. Я их обожаю. Набор наклеек вот такой вот, который мы не использовали с милашкой. И я хочу такие. А татуировки? Нет, вот татуировки золотые. Это. Так, патчи. Ну, патчи в дорогу я оставила. Потом еще вот такая вот масочка. Я одну маску делала. Расчесочка моя. Так, здесь у меня еще лежат магнитики все. Кому? Всем. Всем? Да. Завивка и тушь для ресниц. Крем. Супер момент. Не знаю, что он у меня делает, но он у меня лежит. Крем. Крем после загара. Кстати, очень хороший крем, реально помогает. Я в Дивноморске сгорела, у меня были прям красные щеки. Я один раз им намазала, и все, покраснение ушло. Хороший крем. Так, вот такая вот заколочка. Кстати, ею я ни разу не пользовалась. Эх, 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 эх. Все было по пакетикам, да, сложено у меня когда-то. Так, чокет. Но я им тоже не пользовалась. Вот такой вот браслетик, его я надевала. Зубная нить. Тоже не знаю, что она у меня делает, но она у меня лежит. Мое зеркальце. Так. Ой, а я совсем забыла, что я брала эту помаду с собой. А вот теперь начались пакетики. Украшения всякие. Просто вот так вот вам покажу. Милаша, аккуратно. Заколка, еще украшения. Так, это сережки. Пилочка, тоже не знаю, почему она у меня лежит. Они в наборе для маникюра. Сережки. Эти сережки, кстати, я тоже не надевала в этот раз. Так. Колечко мое. И я достаю, она обратно кидает. Так еще и попала, смотрите, в кармашек. Так, это что? Потом вот такое вот украшение. Его тоже не надевала. Кошмар. Зачем я брала столько с собой? Единственная вот такая вот резиночка осталась. Не знаю, куда она у тебя. На столе. Да, на столе лежала. Единственная, которая осталась, все остальные я потеряла. Шпилька одна единственная. Короче, бардак у меня здесь. Вот такой вот браслетик. И подвесочка с мороженым. Теперь. Так, все, теперь все обратно складываем. Смотрите, она даже застегнулась, и еще можно туда что-то положить. Вместительная косметичка. Ребята, на этом сегодняшний влог подходит к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Завтра будет влог с дороги. Всем пока-пока!